Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с последствиями по НДС при передаче денежных требований. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы видите. В данном письме рассматривалась ситуация, когда одно иностранное лицо передавало другому иностранному лицу денежное требование, которое вытекало из договора оказания услуг российской организации. Соответственно, возник вопрос, необходимо ли в такой ситуации уплачивать НДС. Рассматривая эту ситуацию, Минфин указывает на то, что НДС облагаются операции, которые осуществляются на территории Российской Федерации. При этом в отношении операций по передаче различных прав место совершения таких операций определяется либо по месту нахождения покупателя, либо по месту нахождения продавца. При этом по месту нахождения покупателя операция определяется в том случае, если предметом соответствующей операции является передача различных объектов интеллектуальной собственности. Ну а во всех остальных случаях передача прав определяется, точнее место осуществления операции по передаче прав определяется по месту нахождения продавца. И поскольку что со стороны покупателя, что со стороны продавца выступают иностранные лица, то вообще нельзя говорить, что рассматриваемая операция по передаче денежного требования осуществляется на территории Российской Федерации. В этой связи Минфин приходит к общему выводу о том, что уступка денежного требования от одного иностранного лица другому иностранному лицу не создает объекта обложения налогом на добавленную стоимость. Таким образом, организациям, у которых складывается схожая ситуация, им необходимо принять во внимание данное разъяснение Минфина. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.